Вас вітає політека Ньюз, Гість нашої студії, економіст Юрій Атаманюк. Добро здоров'я, пане Юрію. Добре, пане Юрію. Про політичної партії Слуга народу повідомила про те, що вирішили щодо Миколи Тищенка. Наступне він має сплатити максимально передбачений законодавством штраф. І подеку що голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. А наголосив, що пан Тищенко має допомогти українській армії поїхати на фронт і купити військові дрони. Тобто, у нас допомога армії розглядається як покарання? Знаєте так, Один дурак натворив, другий дурак прокоментував. куча дураків прийняли какое-то рішення. Ну, согласно от, мирової практики, нормально отношение от, політичної ответственности. Он первый человек должен был бы сам, раз попал в эту ситуацию, подать в отставку. Если он сам не понимает, ему должны были подсказать то лидеры. его. то депутатский конечно, момент. Конечно, конечно. Да. А если ему подсказали и он не понял, должны тогда проголосовать и убрать. Но мы же видим Яременко, мы же видим Юрченко, народных депутатов, мы же видим Иванисова. Да, педофила мы видим э, вот осужденного за педофилию то есть э, мы видим э, такую наоборот корпоративную защиту и исходя из этого и формируются вот такие ответы знаете что касается коли э, у него был непростой жизненный путь 90-е годы Чем он он был стоит. на грани того, что это могло бы плохо для него закончиться, но он нашел в себе силы уйти из каких-то уличных процессов и заняться бизнесом. И бизнес успешный. Он построил рестораны, он создал рабочие места. Стал респектабельным бизнесменом, участвовал в различных шоу-программах, любил телевизор, ну такой он нес образ ну, себе в телевизоре, образ так. светского льва, там вел гастрономическую школу и так далее, и так далее. И, ну молодец, какие вопросы, создал, сделал, отбросил там прошлое, все хорошо. Но тут же другая ситуация. Если ты ресторатор, если ты бизнесмен, если у тебя хорошие доходы, уплочены с них налоги, то, пожалуйста, летай на чартере, хоть на воздушном шаре, понимаешь, там, хоть разбрасывай из окна деньги, ну как хочешь, катайся на кабриолете, что хочешь делай. Ну, то, что не нарушает нормы жизни в обществе. Но если ты выбрал политику, если ты выбрал государственную или государеву службу, как говорится, да, то есть этика, есть нормы поведения, есть нормы восприятия. Ты же являешься уже представителем народа. А люди есть разные. Есть бедные бабульки и дедули, да, которые там живут на две с половиной тысячи гривен. Есть медсестра, которая не понимает, как ей накормить ребенка. Есть мать-одиночка. Есть учитель и врач, которые сегодня на обеспечении ниже уровня человеческого достоинства и ты их представитель ты работаешь ради них ты должен вести себя соответственно у тебя должен быть и внешний вид и форма поведения и все а вот это называется кич это ну, называется история ничему не научила да это называется э, вот такое вот, э, вот знаете бравада бравада что мне можно все что я стал элитой что я наконец-то, ну, чуть ли не мессия, что я вот захожу в первые кабинеты, что ко мне звонят те люди, к которым я раньше не мог мечтать даже попасть. Я занимаюсь там судьбами людей, трудоустраиваю кого-то, выбиваю какие-то наряды, называют его там смотрящим по Киеву, решаю там вопросы отвода земли, э начала строительства или окончания строительства, введения в эксплуатацию. Я стал там уважаемый человек, меня там все по имени-отчеству, все остальное. Вот эта бравада, не зря говорят, что мужчина проверяется деньгами, властью и женщинами. Вот Коля, к сожалению, вот властью проверку не прошел. Если не прошел, то не надо позорить власть. Потому что он позорит власть, он делает хуже для власти хуже этим для страны, ведь народный депутат – это же еще и лицо государства. Ведь статус народного депутата по рангу госслужбы, он приравнивается к статусу министра. Это статус представительства страны. И скандалы с такими народными депутатами, они ложатся на стол лидерам государств. Вот сейчас все мучаются в пандемии, это возмутило не только украинцев. Такие факты в прессе есть, в Польше, в Германии, во Франции, в Америке. И смотрят, а что в Украине? Ну, а в Украине паче, вот пан так, да. В партию. Украине и говорят, да, конечно, у вас смертность на первом месте в мире становится. ну На третьем месте мы были в мире по смертности. И на первом месте в Европе. Конечно, у вас вакцинация провальна. Так у вас же власть как ведет? У вас власть ведет. У них кофе выпили, уволился. Либо сам, либо тебя уволили. Ну, то есть... Кофе там выпил. Там скандал ну, был. Президент штраф не заплатил. Да. Наш. Там э, скандалы были, когда кто-то там к маме приехал в соседний э, городок, там в Швеции было, что приехал министр в соседний городок к маме, а карантин нельзя перемещаться, а вот он приехал, так это ж, ну такая ситуация к маме, которая больная, он к ней приехал, нарушил карантин и его осудили, ну имеется в виду общественное, вот было порицание такое. А у нас нет вот этого, то есть тут два момента, с одной стороны карантин, вот плевать, а с другой стороны кич, бравада, на когда люди, ну извините, ну канают, люди мучаются, люди орать хотят. Зводят кинцы с кинцами. Да. Пане Юрию, давайте беспосредственно почуем самого пана Тыщенко. Я э, принес свои, принес свои искренние э, извинения, если я кого-то задел, но я просто хочу сказать, что я очень сильно люблю свою жизнь. И... Семья для меня это э, важно. Все должны понимать, что я народный депутат, но и в то же время я и человек. Во-первых, это политический заказ. Я знаю даже, кто заказчики. Это наши политические оппоненты. Это вкладывает огромный финал. Я не нарушал ни одного закона. Я принципиально... Э, ну, вы еще должны понять. Мы живые люди. Это чуть ли не спецоперация, и что внутри нашего дня рождения были люди, которые снимали это видео. Я знаю, кто это делал непосредственно, кто дал приказ. с всеми людьми, которые снимали. Я знаю этих людей. Если провести параллели, то можно четко понять, кто непосредственно от начала до конца разгонял какой. Министр разгонял эту информацию. Постоянно в течение трех дней, каждый день ему... Что-то не нравилось. Я никого не боюсь. Я никому ничего не должен. К совету имеет никакого отношения. Наоборот, для нас это было сюрпризом. Я хочу жить и хочу такую же жизнь сделать для тех людей, которые за меня голосовали. И я делаю все для этого, искренне. И если кто видит по моим поступкам, по моим делам, каждое мое слово сопровождается действием. Как прокомментирую это. Может быть, заказ, есть борьба кланов внутри за влияние, внутри самой фракции, внутри партии, внутри парламента, между партиями, между министрами, о которых он там звонил. Все это есть. Ну, пожалуйста, просто не делай, ты не попадайся. Ну вот и все. Ты народный депутат, ты вхож в офис президента, ты решаешь вопросы, ты богатый человек. Ну, ты, народный ну закрой свой ресторан. И всем скажи: Я не открою. Ну, и не было бы проблем. Ну, а день рождения, такой, так, день рождения. Чтобы никто этого ну, не знал. день рождения жены, ну, так э, если ты хочешь отпраздновать ее, ну, так отпразднуй у себя дома, пригласи самых близких. Ну, будет не 30 человек в это тяжелое время, будет 6 человек, будет 8 человек. Отпразднуй у себя дома спокойно. Не было бы скандала. Потому что и губернатор не должен был там находиться. Александр Цискичко. Э, да, да, Черкасской области. Что все проблемы в Черкасской области решены. Что э, больницы все укомплектованы. Что людям всех медицинское обеспечение. Что везде нормальные дороги. Что инфраструктурные проекты. Социалка везде все нормально. Со школами везде разобрались готовиться, вот сейчас уже новая сельхозработах нужно думать, что сезон начинается. Все вопросы, ты уже вник, ты уже разобрался, ты уже такой мощный губернатор стал, дня нигде не работая, будучи только шоуменом. Что тебе уже есть время в Киеве сидеть на Но днях. Хочу что может отправить его в отставку, то кто дорогая такая вечерка может быть для него особисто. А та, понимаете, это даже если отправят в отставку таких людей, как Скичко, оно для скетчкотов не является трагедией. Они же, им это не ценностно, потому что они этого не добивались. Потому что, ну, чтобы стать губернатором в нормальной стране, в нормальной ситуации, это э, должен быть карьерный рост. Да? То есть он там должен был пройти этапы, быть руководителем предприятия, руководителем района, работать там директором департамента в центральном исполнительном органе, замминистром, потом губернатор, да? или быть там послом чрезвычайным полномочным. Тогда, когда человек э, этому отдается, когда он работает над собой, профессионально, образовательно, он это ценит. А так это для него как очередное шоу, понимаете? Это как поездка в новый театр на новое выступление для Скичко. Вот и все. Ну поигрался он тут, ну поучаствовал в шоу под названием "Я губернатор Черкасской области". А до этого он был в шоу "Я" в транспортном комитете Верховной Рады. Ну вот он в транспортном комитете Верховной Рады, да. А до этого у нее был шоу "Я шоумен". Мне ну, кажется, вот хотел Поэтому такая поэтому такая оценка. Ну, завтра он откроет новое шоу. Ну уже просто он там будет не главным э, актером. А он уже буде собственником какої-то шоу-програми ну, за багато шоу, від яких да. хочеться плакати, пане Юрію. Да. Я вам дякую, Юрія Атаманюк, спеціально для політеканіз.